Вот так вот и начинается рейс. Прилетели в Токио. Точнее, ехать в аэропорт надо будет другой. Часа полтора на машине. Мы окажемся в Мицуяме на заводе. На приемке судна. Вообще без комментариев. Где такие туалеты? Видели? Курим, едем дальше. Ну, собственно, вот он весь аэропорт. Сейчас мы быстренько покушаем. Раскрутили агента на обед или на завтрак. Ну да, сейчас 11 утра. Покушаем и потом поедем в следующий аэропорт. Еда. Вот такая вот лапша. Где я живу. Можно сильно не пугаться. Называется «Привет, общага». Шикарный вид из окна, шикарный телевизор. Вообще все шикарно. И кимоно! А вот наша столовка. А вот и ужин. Там садимся. Я тут немного подумал, что эти две кровати меня не устраивают спать. Я буду спать сегодня вот здесь. Шикарное японское место. Ну а мы, как белые люди, идем на работу. Рисовые поля. Это как у нас огород. Очень непривычно. К 8 утра. Вот, подходим к офису. Сейчас увидим, что там дальше. Собственно, вот еще после офиса идем. Другой офис, который называется судно. Видимо, еще далековато. Я сегодня велик себе не пробил, поэтому иду пешком. Попробую захватить велик. Вот можно наблюдать, вот так вот строят суда. Части, точнее, их собирают по частям. Вот, собственно, какая-то килевая часть. Корпус судна. Это вот будет будущий РОРО, будущая Каркерия. Стоит с таким тупым каким-то носом непонятным. Довольно интересно. Еще строят хайвей. Вот отсюда можно и винт увидеть. Пахнет красочкой, пахнет новым судном. Мы зашли на пятую палубу, первые шаги. Все свежее, красивое. Все в пленке. Не представляю, сколько работы. Вот, кстати, моя каюта. Все новое, все в пленочке. Все как надо. Обживать. Ну, время 12. Время обеда. Проходим наше судно. Сегодня целый день получаем провизию. Нет ничего. И, честно говоря, я даже не понимаю, как мы успеем все это за 2 дня. Ну, зато мне уже выдали форму. Не нравится мне это тупоносое судно. До этого были красивее. Прихожу по заводу. Никто даже не проверял. Есть у меня паспорт, нету, кто я вообще такой. Японские ребятки обедают в своих коморочках. Собственно, сейчас все валят на обед. Какая работа, какой завод. Остановилась. Работа на заводе. Называется игра. Найди свой велик после обеда. А лучше садись на любой. Велики, 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 велики. В другом велике. Мне кажется, можно просто на любой сел и поехал. Горячий рис. Что-то местные ко мне пристали из-за моей прически, говорят, как-то она называется, интересно. Say one more.
О, все распаковали. Да. Шерстят девчонки, шерстят. Работают девчата. Ну все, день третий. Сегодня мы отходим. Сегодня будет. Не делаю селфи. Валим на пароход. Валим. Приемка, сдача парохода от шипьярда компании. Потом приезжает Дэниел Офер приезжает, самый главный. Хозяин. Так и будем его встречать. Здравствуйте, хозяин. Думаю, будет интересно. Нет, я тебе сказали, что не может. Честно. Да. Что я могу сказать? Вся церемония прошла без нас. Прилетели только англичане, посмотрели церемонию передачи судна, полазили по судну. А это, ребята, домой. Всех тестировщиков, дальше рванем сами.